Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 72, первое задание. Будем учиться выполнять сложение вычитания с числом 0. Объясни, что обозначают записи под рисунками. Давайте посмотрим на первый рисунок. Здесь у нас лежит 3 куска дыни, а на второй тарелке ни одного куска дыни не лежит. Чтобы узнать, сколько кусков дыни всего, нужно к 3 прибавить 0. Получится 3. Всего на двух тарелках 3 куска дыни. На одной из них ни одного куска дыни не лежит. Сколько кусков дыни на первой тарелке? Нужно из 3 вычесть 0 и останется 3. На первой тарелке лежат 5 апельсинов. На второй тарелке ни одного апельсина не лежит. Чтобы узнать, сколько апельсинов всего, нужно к 5 прибавить 0. Получится 5 апельсинов. Итак, на двух тарелках 5 апельсинов. На одной из них ни одного апельсина нет. Сколько апельсинов на второй тарелке? Из 5 апельсинов вычтем 0 апельсинов. Останется 5 апельсинов. 5 минус 0 равно 5. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.